Здесь звонче песни над просторами полей. Нет нигде страны чудесней, милой родины моей. Кричет моя страна молодая, воздух, море и моря покоряя. Не бойся, мы живем здесь сильнее, наша радость каждым днем все полней. На земле республик братских в эти славные года возникают словно в сказках наши чудо-города. Кричет моя страна молодая, воздух, горы и моря покоряя. Не бойся, мы живем здесь сильнее, наша радость каждым днем все полней. Помирать пора. Не, я еще погожу. Мне оно не к спеху. Только мне и дело тебя дожидаться. Не один ты у меня. Ишь ты, какая сердитая. Не на бал торопись и поспеешь. Вот раньше скажу, сынов своих повидаю, а вернусь тогда и разговор держать будем. Ладно, иди, повидай сынов. Но ты от меня все равно не уйдешь. Я потом за тобой приду. Thank you.
как старик мой приехал. Папаша! Я здесь! Услыхал. Показывай, к какому делу приставлен, какой работе обучен. Самый раз приехал, отец. Стань вот тут и гляди. Это что у тебя тут за музыка устроена? А вот сейчас, старик, узнаешь. Видишь этот дом? Ты что же это народно добро рушишь? Для того тебя тут поставили. Да не волнуйся, отец. Смотри, что дальше будет. Опять дом ломать? Не дам, не позволю. Ах, отец, сказал тебе, стой спокойно и смотри. Да как тут спокойно, как? Вот так что. Ну и сынок. Счастливого пути, не забывайте! Доминину прокатили, как на салазках. А мне ты с первоначалу принял домек. И не трудно тебе такими домами ворочать. Самый раз, отец, по силам. Узнаю породу, весь в меня. Я ведь тоже бывал пяту, ну да. Ну, вижу, вижу, к хорошему делу ты приставлен, к хорошей работе обучен. Приду теперь к брату твоему, Василию. Не дождик тут, как тут. Здравствуй,
отец. Извини, что дождичком тебя встретил. Не знал о твоем приезде. Ну, что там за встречи? Показывай лучше, к какому делу приставлен, к какой работе обучен. Да вот дождичка-то и приставлен. Вот, здесь у нас дождик, а вот тут гром и молния. Ну ты брось шутки шутить, гром и молния. Вон брат твой, Егорка, какие города возводит, какими домами швыряется. Гром и молния. А шутка, отец, и жить веселее, и работать сложнее. А только я сейчас посерьезно. Волем, шел, отец? Ну шо, не ахти какое. А погляди-ка теперь, узнаешь? Да неужто ты это машиной делаешь? Балуюсь немножко, электричеством. А посильнее можешь? Можно и посильнее. А ну давай гром! Знаешь, отец, что к чему? Скоро конец завтра. Сами дождем управлять будем. Вижу, сынок, и ты к хорошей работе приставлен. Хорошему делу обучен. Да. Ну, прощай, сынок. Пойду теперь к младшему, к Андрюшке. А скажите, товарищи, где тут сын мой, Андрей? Здорово, папаша! Товарищ командир, вот я пришел посмотреть, к какому делу сын мой Андрей приставлен, какой работе обучен. Что же это вы, папаша, сына своего не узнали? Андрюша, я тебя и не узнал. Ну, идем, покажу, какой работе приставлен. Андрюша, тонем! Не бойтесь, папаша, наш брат советский моряк в воде не тонет и в огне не горит. Смотрите, смотрите в окошко. Ну, скажите мне, для чего тебе на дно моря забираться? Рыб морских баламутить. Не рыб баламутить, а врагов наших страхи держать, чтоб не совались в наши моря океаны. А, ну да, еда. Thank you.
по сыну разобьешь. Куды на деревья лезешь? Держи в сторону. Нам, папаша, деревья не почем. А в сторону нам сворачивать не полагается. Там прямые дорожки, любы. Вертай, Андрей, обратно. Все равно тебе этой горы не одолеть. А нам, папаша, и горы не страшны. Верно балуется. Ну, не зря я тебя растил, Андрей. Вот какой командир боевой из тебя вышел. И море, и земли, и воздух тебе покорный. Не пустишь ты врага на родную землю. Ясно, папаша, не пустим. Ну, пора мне, Андрюша, и домой собираться. Подождите, я вас к самому дому подвезу. Ну, счастливо. Видал, сынов, помирай теперь, не задерживай. Повидал я, сынов, обнял старшего, словно 20 лет с плеч слетело. Обнял среднего, еще 30 как не бывало. Обнял младшего, совсем молодым себя почувствовал, а ты говоришь, помирай. Нет, теперь-то как раз и жить. Дедушка, дед Иван, скажи сказку. Дедушка, скажи сказку. Ну ладно. Ну вот, жил-был старик. Колхозник. Колхозник.
И был он старой-престарой. Молодой! С бородой. И пришла за стариком смерть. Смерть? Да. Говорить, помирай. А зачем помирать? Вот, это самое старик ей и ответил.